какие у вас клевые шарики. У нас слышно? Да, ну, в смысле, вас слышно? Добрый день. Отлично, вас тоже слышно. Расскажите, пожалуйста, с чем вы сегодня к нам пожаловали? Сегодня мы хотим немножко с вами поговорить о нашей собственной торговой марке «Мяс». Друзья, добрый день, мы рады вас приветствовать в рамках выставки «Парк Зон» в нашем пермском магазине «Балта Кэш энд Кэрри». Все больше и больше владельцев собак и кошек становятся приверженцами одной торговой марки в разных категориях товаров. Именно поэтому здорово, когда бренд имеет широкий ассортимент, как наш, который может закрыть максимум потребностей клиента, и это можно рассматривать как точку роста для бизнеса. Сегодня мы еще раз хотим вам представить нашу собственную торговую марку «Мяс», которая включает в себя широкий ассортимент кормов и лаков для собак и кошек. Наличие сухих и влажных кормов дает возможность развивать категорию для владельцев кошек как одну из наиболее быстро растущих и денежно емких, которая обеспечивает основной драйвер роста зоомагазина. Ассортимент корма «Мяс» дает эту возможность закрыть все категории в рамках одного бренда. Эксперты бренда «Мяс» регулярно проводят исследования рынка, благодаря чему мы имеем возможность улучшать и расширять представленность нашего бренда. Сегодня я хочу вам представить одну из наших новинок – функциональные влажные корма для собак «Мяс». Это повседневная линейка кормов, концепция производства которых направлена не только на вкус, но и на функциональный состав, исходя из состояния и потребностей животного. Это здоровое пищеварение, красивая шерсть, здоровые суставы, корма для щенков. Например, при продаже БАДа или препаратов с хондропротекторами продавец может предложить данный корм как вкусное дополнение к рациону питания, а значит совершить комплексную продажу и увеличить средний чек. Изумительный вкус консервов для щенков порадует даже самую привередную. Помимо влажных кормов для собак, у нас регулярно появляются новинки влажных кормов для кошек. Паучи «Мяс» для кошек – прекрасный продукт для привлечения клиента и возможность для зоомагазина. Маркетинговые исследования показывают, что ожидания потребителей растут, и этот продукт особенно актуален для продаж именно в неспециализированной рознице на фоне роста продаж неспецрозницы. Отличный состав, яркая упаковка, прекрасная поедаемость – все эти характеристики направлены на продвижение категории влажных продуктов для кошек и напрямую, конечно же, влияют на эффективность бизнеса. И, конечно же, я не могу не сказать о категории лакомства. На сегодняшний день лакомство для кошек «Мяс», а именно лакомые палочки, занимают примерно 30% доли оборота кошачьих лакомств в России. Чем же обеспечена такая популярность этого бестселлера? Это высочайшая поедаемость продукта, в состав которого входит 93% мяса. Отличный вкусовой ряд, ну и, конечно, отсутствие глицерина. Для многих на сегодняшний день это тоже важно. Широкая ассортиментная линейка лакомств «Мяс» – это не только возможность побаловать и проявить свою любовь, это еще и возможность решить некоторые проблемы для владельцев животного. В ассортиментной матрице есть как повседневная линейка, так и функциональная, как для собак, так и для кошек. Например, подушечки «Мяс» для выведения шерсти – это прекрасная возможность увеличить средний чек для зоомагазина, но и отличная возможность для владельца кошки с длинной шерстью решить проблему. А тренировочные лакомства для собак станут отличной мотивацией на тренировки у собаки или как вкусное поощрение при прогулке. Друзья, мы рады вас будем видеть с 28 октября по 2 октября, ноября, сентября, прошу прощения, по 2 октября в нашем магазине. Мы готовы вам предложить интересные акции, например, скидки до 30% на такие бренды, как «Монш» и «Мяс», всеми любимые. Помимо этого, вас будут ждать призы, развлечения и, конечно же, отличное настроение. Приходите к нам, мы вас будем очень рады видеть. А как найти вас? Мы ждем вас на Фоминской, 38, с половины 10 до 6 часов вечера в течение 5 дней. Ты записал? Я сейчас поеду к вам. Мы выезжаем. Я же проверю, я приеду. Мы сыграем во все лотереи и выпьем весь чай. И, конечно, купим у вас весь «Мяс», потому что такие специальные предложения действуют только в рамках этой выставки. Не каждый раз такое встретишь. Что ж, Перм, большое спасибо за прекрасное выступление. Отличное выступление. Что бы вы хотели передать нашему следующему филиалу, городу Ижевску?
Ижевску, что мы хотим? Огромный привет, отличных продаж, хорошего настроения и любовь к своему делу, наверное, так. Прекрасная речь. Что ж, Пен, спасибо. Мы отключаемся и переходим на наш рассказ про Ижевск. Пока, Пен. Пока.